Всем привет, интернет! Ну что, снова вы, снова я, и снова я завалился кучей посылок. Это еще не вся куча, самую большую посылку на стол я переть не стал. Кучей посылок с вашими хотелками, которые я выкупаю в различных интернет-магазинах, не только американских, не только на eBay, благодаря моим возможностям, и привожу вам в Россию, в том числе с хотелками санкционными. Ну и вот очередная партия пришла. И сейчас я вам покажу ваши хотелки. Ну а тем, кто еще пока ничего не заказывал, покажу, что я привожу. И может быть у вас появятся тоже какие-то желания. Вы пойдете вон там вниз в описании под видео, найдете мои контакты. А там канал в Telegram, группа во ВКонтакте и объявление в Авито. Напишите мне о своих пожеланиях, и я вам постараюсь помочь. Интересное кино. А, ну да, так и есть. Мне почему-то казалось, что фара в сборе. Сейчас смотрю, думаю, куда я смотрел, когда покупал. Ну, собственно говоря, мне-то смотреть не надо было никуда. Смотрел мой подписчик, когда выбирал себе товар. Но мне казалось, что фара в сборе. А это всего лишь колпак на фару, на мотоцикл, надо понимать. Чистая санкционка, все, нельзя, ай-яй-яй. Из США привозить, ну как нельзя. Если постараться, как вы видите, можно. Это была запчастя на мотоцикл, раз. Сейчас посмотрим, что здесь. Опа, заказ для моего постоянного, уже можно сказать, заказчика. Для моего подписчика. Не знаю, зачем ему столько очков, но частенько заказывает очки именно вот этой компании. Tom Ford. И вот приехали очередные. По-моему, вообще простые стекла. Но не важно. Главное, новые, целые. Между прочим, тоже санкционка. Все с каким? С последним пакетом санкций. Американцы сказали, все. Вот вам они очки, не контактные линзы и не солнцезащитные очечи. На что я им только могу сказать. Вот вам, друзья, они со санкцией. Вот этот вот маленький пакетик. Тут, похоже, приехали какие-то болты, да, тоже на мотоцикл, тому же товарищу, вот такой вот кит небольшой, тому же товарищу, который заказал фонарь на фару. Следующая посылочка приехала с eBay, но не с Америки, а с Польши. Видите, вот кусочек трек номера PL. Польская посылка. Из Польши приехали автозапчастя. А для чего, не знаю. Какие-то направляющие было написано. Насколько я понял, благодаря своему плохому английскому и не пользуясь переводчиком. Для установки то ли там ГРМ цепей, то ли вот для... Видите, тут проточка такая, как на распредвалах. То ли для установки распредвалов. А то ли это и непосредственно, как эти, которые распредвалы держат, хреновины. То ли на Audi, то ли на SAP. Так, ну вот тут самое что ни на есть санкционка и двойное назначение в коробке. Оригинальная такая коробочка с приклеенной крышкой. Ее постараюсь сейчас... Также открыть, как она клеилась. И проверить ее содержимое. Коробка приехала, к слову сказать, с магазина BH фото-видео. Да, даже оттуда могу доставить. И коробка приехала с... Ну, я думаю, что он здесь целый. С объективом. Опа. Но не на фотоаппарат объектив, а вот такой вот Teleview 6 миллиметров Делиус, по-моему, на телескоп, может быть, на бинокль.
Ага, нифига себе, это какой бинокль должен быть? Может, на подзорную трубу. Самое главное не это. С объективом еще приехали светофильтры. Надо понимать, и самое главное, приехал вот такой вот подарочный фонарик от компании Olight. Меня заказчик спрашивает, а фонарик-то подарочный придет или его таможня не пропустит? Так хрен с ним, с объективом за 300 баксов. Главное, чтобы фонарик подарочный пришел за десятку. Ну вот, фонарик подарочный придет. Упс, лично за этим прослежу. Сейчас все хорошо обратно упакую, не забуду вложить фонарик. И все, отправлю товарищу СДЭКом. Ну и самый большой карабас, вот он. О, как хорошо упаковано, тут те и куча бумаги, и куча пупырки. Ну что здесь вот такая вот блестяшка пришла на мотоцикл. Я сейчас разверну, покажу и обратно заверну. Вот смотрите, ребята, такая вот блестящая. Не новая, блестящая, но настоящая. Это крышка топливного бака, что ли? По-моему, да, там какой-то тэнк. Хотя, может быть, наоборот, сбоку. И вот здесь вот это брн-брн, которое заводит мотоцикл. Но не суть. Главное, что все пришло целое и невредимое. Ну все, все теперь аккуратно переупаковывается надежненько. Запаковывается и с деком к своим заказчикам, моим подписчикам отправляется. Ну, а вы не теряйтесь. У кого есть новогодние пожелания, санкционные хотелочки, да и не только санкционные, с американских и европейских интернет-магазинов, eBay и прочих площадок, вон там внизу мои контакты. Пишите письма. На этом все. Всем удачи, удачных покупок. Всем пока, до новых встреч.